Сибирского и привозки федеральных округов. Гребенщиков Ильяс. Борцов красной куртки замечательно. Спасибо. Правша, да, Максим, смотри, синий. Один балл в особенности клубки. Где лента где занят? Лента где занят? Красная. И заберем сейчас. Мы обратно сюда. Мы не идем. У меня есть любой сын. Дай сакет. У меня есть... По колонн должен падать хорошо. Да. Не, он на левую дает, плечо забрать. И вот подсечка идет. Влево, да? Если бы Геги был бы. Не, право направо удобно был, боковой переворот. Он правша, видишь? На влево, то, что ты делаешь, слышишь? Два балла. Два балла. Красный круг запоминай. Сибиряк может встретить тебе. Нет, сейчас-то нет. А мы в Спартакиаде. 6-6. Красная левша, менее удобная, слышишь? Арбитр на голове Сергей Крушенко, форма спутника Сатигоря, боковой судья Кузьменов. Вот то, как город Уральск остался на категории. Победил Чернаков. Мурманск. Да, через гол с упором удобно бросать, так все же обратим внимание, да? Да. Представители, будьте на подготовке своих участников, в соответствии с правилами. Одному участнику направления. Расслабься. Красно делаю плечо влево и зацеп влево изнутри. Пока больше чем делаем. Да. Право. Сегодня тоже влево, правой рукой заново. Борцов красной куртки замечаемый. И на ковер Б готовятся команды Уральского федерального округа и Северо-Западного федерального округа. Борцов красной куртки предупреждение за уклонение на борьбе. Один балл борцов синей куртки. Время стоишь. Да.
нам свои. Лизу позови. Попал, победил Гребенщиков. Сибирский, 8-0.